Всем привет! Сегодня поговорим про самое глубокое место в мире. Достоверно известно, что самое глубокое в мире море – это Филиппинское море. Его глубина примерно 11 тысяч метров, а средняя глубина – примерно 4 километра. Самое глубокое озеро в мире – это Байкал, гордость России. Его глубина равна 1642 метра. А если говорить про самый глубокий на Земле океан, то это, конечно же, Тихий. Его наибольшая глубина такая же, как и Филиппинского моря, то есть 11 тысяч метров, а средняя – примерно 4 километра. Уникальность Тихого океана состоит в том, что он является самым большим по площади, а площадь составляет 178 миллионов квадратных километров. А если говорить про впадины, то это же, конечно, Марианский желоб или Марианская впадина, как кто его называет. Его глубина составляет плюс-минус 11 тысяч метров, а самая глубокая точка Марианской впадины – это бездна Челленджера. Теперь вы знаете все самые глубокие точки на нашей планете.